Доброе утро, друзья! Хочу вам показать сегодня серебряный кулончик. Ну, не кулончик, кулончик, это так нежно сказано. Серебряную подвеску, которую я прикрепила, которую я надела на серебряную мою самую толстую цепь. И вам сейчас ее покажу. Вот эта подвеска у меня уже давно. Я не знаю, наверное, лет 10 это как минимум. И посмотрите, насколько она подходит вот к этой цепи. Вот это моя вторая кукуруза. Одна кукуруза на мне сейчас. А это моя вторая кукуруза, которая очень тяжелая и очень такая вся четырехгранная. Очень, я бы даже сказала, брутальная такая тяжелющая цепь серебряная, которую я купила этим летом или этой весной. Ну, летом, где-то май, июнь, наверное, так. Вот. И как красиво смотрится. Это, конечно, носится одно. Вот подвесила и пошла. И такой какой-нибудь casual стиль, какая-то грубая обувь, джинсы, грубая обувь, ну что-то такое. Мне очень нравится это. Одна из любимейших моих цепей. А эта подвесочка, ну я ее носила в свое время, потом как-то уже остыла к ней, а сейчас она обрела, по-моему, второе рождение вот в таком виде вместе с этой цепочкой. Они просто и по цвету подходят, и вот как-то даже по рисунку подходят друг другу, прям как родня какая-то. Посмотрите, какая красота. Ну вот, показала вам подвесочку. У нас сегодня пасмурно, идет снежок, но, правда, температура поднялась до нуля, потому что было у нас там и минус 10, и минус 11. Вот, температура у нас, так сказать, поднялась. Ну, пасмурно, снежок, а мы попозже с супругом пойдем по делам и заодно прогуляемся, как обычно. Сегодня буду делать новые маникюры. А хотела, вот говорила уже, да, в своих видео, что хочу убрать всю эту новогоднюю мишуру где-то, ну, после Рождества. А вы знаете, на улице такая погода, что я думаю, нет. Вот когда уже снег сойдет, ну, когда у нас он быстро, в общем-то, уходит, ну, где-то... Пожалуй, после крещения я начну убирать мишуру, потому что как-то очень уж по-новогоднему, очень уж по-зимнему у нас сейчас. Кстати, я пью кофе. Вот. И пока не буду убирать. Пока пусть будет. Вчера мы с детьми ходили гулять, я все это сняла на видео и сделаю для вас такое видео, как мы всей семьей гуляем. А сейчас, друзья, я покажу вам, какой у нас снег идет. Ну просто зима-зима, прям такая красота. Ну давайте выглянем в окно. Смотрите, ой, ветерок закрывает эту сеточку. Посмотрите, прямо падает и падает. И такая красота. Птички на деревьях, на веточках сидят. Какая красота. Очень красиво. Мне так нравится, но я думаю, это всем нравится, когда снег вот такими. У меня, кстати, есть видео, то ли прошлогоднее, то ли позапрошлогоднее. А, кстати, оно находится в моем плейлисте, который называется «Мои музыкальные видео». И там есть
такое, ну, подобное этому видео, падал снег большими хлопьями. Ну, там красивая музыка, Тумбляна и же, да, как-то так. Ну, короче, падает снег. Вот. Смотрите, какая красота. Ой, как красиво. Я просто боюсь долго. У меня же фотоаппарат, видите, он уже как-то у меня капризничает последние пару лет. Я его боюсь долго держать под таким вот снежком падающим, потому что снежинки сюда тоже залетают. И попадут, потом чинись с ним, возись с ним. Вот. Ну вот видите, какая красота, какая прелесть. Просто... просто чудо чудесное. И ветерок, и ветерок. Всем хорошего зимнего, красивого дня, друзья. И прекрасной погоды.